интересно было, конечно, посмотреть новых детей, новые таланты. Есть потенциал, есть молодое дарование, которое действительно может украсить любую сцену театра. Дети танцевали успешно. На мой взгляд, все прошло достойно, и их школы, и наши работы. К нам приехали сильнейшие, талантливые дети. Для меня очень важно, и меня это очень радует. Вообще в восторге от всего, что происходит. Я очень люблю балет. Я поддерживаю Киев Гран-при уже долгое время. И надеюсь, что люди, которые в этом году не участвовали или не заняли каких-то призовых мест, в следующем году добьются более высоких результатов. Благотворительный фонд объединения мировых культур не только занимается популяризацией искусства среди детей и подростков, а мы также занимаемся организацией грандиозных мероприятий и поддержкой талантливых детей. В данном случае это балет. Я пришла сюда, потому что я очень давно хотела попасть на балетный конкурс, потому что я сама хожу на балет, я сама балерина, и я знаю, каково это стоять на пуантах, как это очень больно. И я, может быть, что-то для себя возьму. Возможно, в следующем году увидеть. Ждите меня здесь. Это был мой первый конкурс. Я доволен результатом. То есть хочу еще дальше идти вперед и развиваться в своем направлении. Хочется, конечно, цеплять вот за душу. Хочется цеплять вот эмоций, харизма, эмоций, техникой. Всем хочется цеплять зритель. Такова наша профессия. Это просто как будто магия, не знаю. Чаще всего бывает просто в фильмах, а тут это в жизни, и это просто невероятно. Это очень круто. Это потрясающе, конечно. Много сильных участников из Японии, Берлина. Это прекрасно смотреть на то, как другие страны приезжают на нашу сцену, чувствуют, пробуют ее. Это было очень трудно, но я сделал все, что я мог для того, чтобы получить первое место. Сильные участники, очень много конкурентов. К этому я шла очень долго, потому что это очень тяжелый труд, но все-таки, видимо, что-то получилось. Это счастье иметь такой конкурс у нас, в стране счастья, в стране Киеву, счастье тем, которые участвуют в этом конкурсе. Мы получили невероятные впечатления. Спасибо всем за этот конкурс, что вы есть. Гран-при Киев – это лучшее.